Лоледжі сайғылы достылар, тамамшымда Анатолі адлы рубрикасыны сейреттік. Бүгінкі мевзу Малие. Шымды есе біз Мана Фатименен ян-яна отырамыз. Демек, студиямызда мұсафыр бар. Ве біз демлер айтқан едік, көй қожалыға қында лаф етеджек едік. Тамам бұны үнчін бізім студиямызда Дионис Александров, Қырым Джумхуриетінің Чевчелек Санаи комплексының нам қазанған хадимы. Салям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Очень приятно, да. Скажите, как настроение? Как началось ваше утро? Настроение отличное, позитивное. У нас каждый день так начинается. У нас сезон, посевная кампания. Как это тоже новая закладка на 2019 год. Настроение хорошее, позитивное, в боевом духу. Угу. Дионис Самсонович, вы уже много лет возглавляете крупные сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, как было сказано, являетесь заслуженным работником агропромышленного комплекса Республики Крым. Агропромышленный комплекс Республики Крым, как развивается он на сегодняшний день на территории нашего полуострова? Я скажу, что темпы развития очень хорошие, благоприятные. Я последние 3-4 года сделали то, что планировали вообще за 10 лет делать. Угу. И существует, способствует для этого очень много факторов поддержки государственной, внимания властей, районной администрации, Министерства сельского хозяйства Республики Крым и агропромышленного развития. И Сергея Валерьевича я скажу, что большое внимание постоянно проводится совещание, уделяется внимание, и мы все тонкости, все проблемы, какие существуют, мы имеем возможность их предотвратить. То есть достаточно уделяется внимание? Да, да. Дионис Самсонович, расскажите, насколько сегодня престижно и прибыльно заниматься сельским хозяйством? Я скажу, что существует много факторов для этого. Прибыльно, если подойти научным способом, соблюдать все технологии, все обороты, культуры, соблюдать рынок, конечно, таким способом и при такой поддержке государственной, федеральной, можно достичь хороших результатов. Развитие идет активно. Я ближайшие несколько лет, если так будет продолжаться, наши сельхозтоваропроизводители уже могут свободно выйти не только на российский рынок, даже можем конкурировать европейцам. Угу. А что касается престижа, молодежь ли занимается сельским хозяйством? Потому что сейчас каждый ищет какой-то род направления, бизнес, да, в котором можно себя проявить. Вот сельское хозяйство, по вашему мнению, престижно ли это сегодня? Я скажу, что для молодежи существует много преференций, которые... Для начинающих, да? Да, для начинающих, которые, если бы работали бы в селе. Угу. Госпрограммы при молодых сотрудников 250 до 300 тысяч рублей сразу. Если работает молодежь более чем одного года, поддержка для молодой семьи 1,5 миллиона программы существует, угу, если признавать нуждающимся. Угу. Я считаю, что просто есть молодежи, куда идти. Поддержка, рабочие места у нас увеличивается. И сегодня есть результаты, мы видим реально. Можем привлечь за счет государства и собственных производств, которые при таком развитии, есть куда идти работать. Угу. А что же все-таки не хватает, по вашему мнению, нашему агробизнесу? И как можно это исправить? Конечно, существует несколько проблем. Это кадровые проблемы. Ранее, если работы не было, молодежи не надо было идти учиться. Сейчас работы много, не хватает кадровых специалистов для среднеобразовательных учреждений. Это техникумы, училища. Не хватает специалистов, трактористов, сварщиков, так скажу, профильных. Я думаю, что при поддержке Сергея Валерьевича Аксенова, как
как уделить внимание и поднимать стипендии. Недавно мы услышали для молодежи, которые учатся именно в средних образовательных. Это тоже поможет нам выровнять ситуацию. Угу. Да. Какие еще меры господдержки, например, государственной, да, поддержки вы бы лично, например, как уже много лет работая в этой сфере, могли бы предложить, либо ваши коллеги вот в чем нуждаются? Я скажу, что при таком развитии, конечно, это еще не все. Хотелось бы хотя бы 3-5 лет еще субсидировались господдержки. Значит, на растениеводство, на закупку техники, на строительство. Сегодня идет большие реконструкции и строительство ведутся в производственных мощностях. Не хватает оборотные средства. Старт есть хороший, неплохой. Мы бы действительно выровняли бы и достигли тех результатов, планы, которые ставят задачи перед собой, мы бы выполнили более успешно. Денис Самсонович, а как вы считаете, открытие Крымского моста как-то повлияет, ну, или, возможно, уже повлияло на сельскохозяйственную промышленность Крыма? Я скажу, что это, конечно, одна из больших проблем была для сельхозтоваропроизводителей. Логистика, что касалось переработки, товар наш уходил в материковой части, это потом оттуда перерабатывалось и обратно. Это влияло на несколько тысяч рублей на каждую тонну нашей продукции. Сегодня мы это почувствовали после открытия моста, уже цены выровнялись в материковой части. Если у нас было пшеница 6 тысяч, например, а там было там 10-11. Сегодня мы, это тоже для нас немаловажный фактор, экономит средства 20-30% почти. Угу. Так чем на сегодняшний день все-таки гордится Республика Крым именно в сфере сельского хозяйства? Потому что мы уверены, что гордиться есть чем, конечно же. Я скажу, что у нас сегодня Крым самостоятельно может работать, убирать свой хлеб, выпускать продукцию, которой раньше не было таких объемов. Ведутся активно программы, которые уже говорили, работают. Инфраструктура поменялась полностью. Переработка налаживается, увеличивается. И животноводческое направление, и садоводческое направление за счет государственных программ. И много факторов улучшается, и севообороты улучшаются в научной части, что материалы, которые посадочные. И много, очень много факторов способствует. Действительно, мы сами это чувствуем. Не то, что республика, наш работодатель сегодня видит, как она развивается, как это все улучшается. И немаловажный фактор для жизни и для всех нас, товаропроизводителей. Что касается кадровых проблем, да, о которых мы поговорили, молодое поколение, достаточно ли вузов, да, обучающих этих специалистов все-таки? Как бы, как вы сказали, глава республики предложил такой метод, да, как увеличение поощрения для молодых студентов. А достаточно ли самих вузов и заработной платы в перспективе? То есть для тех, кто заканчивает высшее учебное заведение идет работа. Достаточно ли зарплаты, по вашему мнению, сегодня в сфере сельского хозяйства? Я скажу, что зарплаты достаточно на сегодняшний день. Из-за того, что не хватает работников, при поддержке государственной программы, поддержки Сергея Валерьевича, законов, которые ввели, молодежь еще больше привлечет. Зарплаты у нас увеличили, сегодня есть чем платить. И еще я скажу, что не то, что рабочие места, у нас есть кадровые вопросы постоянно, специалистов нуждаемся. И тем самым увеличиваем постоянно, ежегодно зарплата увеличивается, компенсируется существующим работникам. И выплачиваются налоги, естественно, увеличиваются оборотные средства в хозяйстве. Для нашей молодежи на перспективе, я думаю, они будут обеспечены, если будут пользоваться этими.
То есть тенденции развития сельского хозяйства в Крыму положительные? Положительные, положительные, да. Спасибо большое, Дионис Самсонович, что раскрыли для нас эти интересные тонкости такого важного, да, комплекса для Республики Крым, как агропромышленный, потому что действительно это наше богатство, у нас богатые почвы. Вчера, как мы уже сказали нашим телезрителям, во всей России отмечался праздник и сотрудников именно этой отрасли. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Да, спасибо большое, что пригласили. Конечно, этот праздник для нас очень значимый, для всех сельхозтоваропроизводителей, для наших коллег. Я хочу пожелать здоровья, благополучия, успехов, больших урожаев. И есть у нас перспектива, чтобы вдохновиться духом и иметь веру, надежду и терпение. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы тоже, в свою очередь, желаем вам хороших урожаев и всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. Ве бөлеге достар, яйнымызны девам етемыз. Ве мерақлы субеттен сон сізге бір тенефіс япып, қыса бір музыкалы клипны серетмеге теклиф етемыз. Ебеді мен белесем, о, іште, көй ходжалық сасында чалышған бұтын инсанларға бағышланылады. Бұйрыңыз.